такой способ записаться на прием к стоматологу, как взять номерок через интернет, для жителей Сарапула уже давно стал привычным. Удобнее, чем с утра идти, конечно, через интернет лучше. Через ИГИС, это такой сайт, там, где написано, можно записаться на любой прием к врачу, там, к хирургу, всяким другим специалистам. Но буквально недавно схема записи к врачу-стоматологу через портал госуслуг и сайт ИГИС несколько изменилась. Теперь в списке медицинских учреждений Сарапула значится только одна стоматология. Причиной этой перемены стало административное объединение двух поликлиник на Южном поселке и в центре города. За двумя поликлиниками было условное прикрепление населения. Теперь, значит, чтобы вот снять напряженность, увеличить доступность оказания стоматологической помощи. То есть пациенты могут теперь обращаться независимо от места прописки, проживания, значит, любую поликлинику. В Сарапульской городской стоматологической поликлинике работает 39 врачей, в том числе 6 детских стоматологов. Их список размещен в интернете с указанием адреса приема пациентов. Обратите внимание, что врача для ребенка можно найти не только в перечне под названием «стоматолог детский». Детей принимают и стоматологи общей практики, фамилии которых можно увидеть выше на страничке сайта для электронной записи. Глубина записи – это 2 недели. И график обновляется каждый день после 20:00, то есть на каждый следующий день. В интернет мы выдаем 4 номерка, 4 на каждого доктора, и 2 оставляем для записи по телефону. Запись по телефону – это второй и вынужденный способ выдачи пациентам номерков в период пандемии. К врачам отделения на улице Фрунзе 10 можно записаться с 17:00 по телефону 3-96-54. А к стоматологам по улице Адина 17А запись проводится в утренние часы по телефону 4-14-05. К слову, в скором времени у жителей Сарапула появится возможность попасть на прием к новому медицинскому специалисту – ортодонту. Ну, в этом году к нам вернулся один специалист, которого мы отправляли по целевому направлению. И сейчас она проходит обучение по ортодонтии в ординатуре Ижевской медицинской академии. То есть вот у нас через год появится еще и ортодонт. Реорганизация стоматологии в Сарапуле пока продолжается. По ее результатам, две поликлиники должны перейти на единую систему обслуживания и повысить качество предоставления медицинских услуг.